Еще вот так. Александр Аркадьевич Галич. Соображение о том, как надо пить на троих. Не квасом земля полита, в каких ни возьмись краях. Пол-литра, везде пол-литра, и стоит везде трояк. Поменьше или чуть побольше, копейки, какой рожон. А вот разделить по-божьи, тут очень расчет нужен. Один размечает тонко, другой на глазок берет. И ежели кто без толку, всегда норовит вперед. Оплаченный процент отпит, и Вася, гуляй, беда. Но тот, кто имеет опыт, тот крайним стоит всегда. Он знает свою отметку, не пялится зря лицо. И выпьет он под конфетку, а чаще под супницо. Но выпьет зато со смаком, издаст подходящий стон. И даже покажет знаком, что выпил со смаком он. И первому по затылку отвесит шутя пинка. А после он сдаст бутылку и примет еще пивка. И где-нибудь между досок блаженный приляжет он. Поскольку культурный досуг включает здоровый сон. Он спит, а над ним планеты, немеркнущий звездный тир. Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планет, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят. И грозную славу эту признали со всех сторон. Он всех призовет к ответу, как только проспится он. Куется ему награда, готовит харчи на рты. Не трожьте его, не надо, пускай чай.